Два плазменных монитора для поста наблюдения 28-й механизированной бригады отправились в зону АТО. Эту технику одесским волонтерам из организации «Небайдужий народ» передали патриоты из Ильичевска. Подробности далее. Информацию о том, что в зоне АТО нуждается в двух плазменных экранах, одесские волонтеры разместили в соцсетях. Откликнулась жительница Ильичевска и частный предприниматель Виктория. Женщина готовила технику к продаже в связи с закрытием ее бизнеса. Но когда узнала, что оборудование крайне необходимо для видеонаблюдения на одном из блокпостов, Виктория решила его передать военным, не раздумывая. Знаете, как говорят, голые приходим, голые уходим. Поэтому, если есть возможность сегодня помочь нашим ребятам, военным, и помочь нашей стране, Украине, то я выбрала помочь Украине. Вот эти две плазмы спасут, наверное, сотни. Ну, из того, что я слышала от комбата, я понимаю, что это очень важный момент. Мы девчонки, женщины победят. Мы себе делаем подарок 8 марта. Плазменные мониторы отправились в зону АТО с представителями организации волонтеров «Небайдужий народ». Это будет организован пункт наблюдения, видеонаблюдения. Нам еще не хватает ноутбука к этим двум плазмам. Вот. Ну, скажу так, в общем, 28-я бригада. В ближайшее время одесские и ильичевские волонтеры запланировали провести еще и совместный благотворительный марафон для помощи украинской армии. Всячески будем помогать. Это очень хорошее, очень правильное направление. И чем больше небайдужих людей у нас будет, тем больше и успешнее будет наш народ. С надеждой на мир в Украине. Ольга Голодова, Наталья Смирнова, Андрей Смирнов, 7 канал. Они нужны?